Сегодня мы в Иглино. Еще одна точка напряжения в сфере долевого строительства. Дольщики стройиндустрии, это 5 домов в Иглино, вышли сегодня на голодовку. Голодовка, я так понимаю, будет бессрочной. Мы, конечно, еще поговорим сейчас непосредственно с дольщиками. Этот объект уникален тем, что он прошел все экспертизы, все 5 домов признаны непригодными для проживания. Они действительно даже визуально выглядят как-то не готовыми и разрушающимися. Однако фонд Дом РФ резко сменил позицию. Еще в ноябре-декабре 2019 года фонд был готов приступить к компенсационным выплатам за эти квартиры. Однако теперь говорят опять о какой-то новой достройке, о новых каких-то экспертизах, исследованиях. В общем, дольщики взбунтовались. Они не готовы больше слушать вот эти вот фейковые заявления фонда и чиновников от строительства республики. Опять же, тот самый вопрос возникает о словах Хабирова, о том, что он прекрасно знает, как это все решить, как все это достроить. Ответа, конечно, на этот вопрос не существует. В общем, дольщики выходят на голодовки и начинают активный протест. Давайте освежим хронологию событий. В каком году началось строительство и в каком году оно остановилось? Дом Б начался строиться в 2014 году. В 2015 году в январе сдали этот дом в эксплуатацию. Дом не готов, нет газопровода, здесь индивидуальное отопление должно было быть, водопровода, канализации нет, дом рушится, здесь несколько семей живут. В 2019 году в рамках уголовного дела были сделаны экспертизы, потом сделана государственная экспертиза, когда шел суд над архитектором, вот этот акт приема передач дома был отменен. То есть сейчас дом признан аварийным, да? Сейчас дом признан аварийным, да. Точно так же, как и дома Б, В, В, Г, Д, Е. Насколько я знаю, здесь 5 домов, да? Получается? Здесь 5 домов, 5 домов, да. Практически 60-70% готовности дом В вот напротив. Дома ГДЕ стоят у нас без земли, они на какого-то частника оформлены, полтора этажа построено, и сейчас получается тоже по экспертизам эти дома не подлежат эксплуатации, непригодны для жилья. Все документы переданы, все экспертизы оценки квадратного метра сделаны, нас передали на наблюдательный совет, так как мы прошли пленарные заседания и всякие аудиты. На данный момент с наблюдательного совета наши документы отозваны, в связи с как нам объясняют, что есть небольшая только разница между достройкой и компенсацией. Хотя мы как бы говорим, что эти дома по нескольким экспертизам признаны непригодными, как можно их достраивать. Сейчас, в данный момент, они вот сегодня попросили фотографии, как мы видим эти дома. Не знаем, как будет решение. Вообще нам обещали, что наблюдательный совет мы можем еще пройти в декабре месяце, хоть были готовы документы, но постоянно запрашивались документы у арбитражного управляющего. Арбитражный управляющий все передавал вовремя. И так как нет наблюдательного совета, они связывают это с тем, что так как правительство у нас поменялось, и, естественно, поменялось все руководство, и у нас, получается, наблюдательный совет, члены не были, распущены были, генеральный директор, и это все, и сейчас они это связывают и с пандемией, и в 2020 году всего один НАП-совет. Вам не кажется, что это все удобные условия для того, чтобы чего-то не делать? Ну да, для того, чтобы, видимо, создавать видимость работы. Вот. И как мы уже там просматривали, у них огромные деньги на аренду помещения, на зарплаты, на всякие командировки. Это речь идет о фонде. Да? О фонде, о федеральном фонде. Ну нет, 214. Живут они замечательно, мы нисколько не сомневаемся в этом. Да. Они, результат какой-то результатов нет, слабенький. Если вы как бы на их страницу зайдете,
зайдете ВКонтакте, в Инстаграме, вся Россия пишет. И даже в пятницу, по-моему, было, Матвиенко выступила, что же вы делаете, Валентина Ивановна, что вот получается на государственные деньги бюджет выделяет деньги, а у нас, получается, работы фонда нет. Наш сегмент вот этого фонда, господин Минибаев, насколько он правильно или неправильно себя ведет? Он вообще как бы... Он не в курсе ничего, но замечательная позиция. Они его не оповещают, он не знает, когда что будет, и он говорит, они мне ничего не говорят, хотя там общают. Осенью вам, в общем-то, достаточно убедительно говорили, что все готово, там к зиме тоже уже были готовы в одном шаге от этих выплат, вдруг вот так все случилось. Сейчас что происходит, что сейчас решили дольщики? То есть я так понимаю, что речь идет о голодовке, голодовки бессрочной в качестве требования принятия каких-то более существенных решений или что-то другое происходит? У нас, с сегодняшнего дня начинается голодовка, в ней будет участвовать 8 дольщиков стройиндустрии. Они сейчас на данный момент хотят, пока какая-то ясность не появится, пока что-то нам не пообещают, будут голодать. Мы, в принципе, готовы приостановить эту голодовку, если нам клятвенно будут обещать, что нас рассмотрят в ближайшее время и что по стройиндустрии вынесут решение. У меня традиционный вопрос ко всем дольщикам. Какова мера, каков запас вашего терпения и сколько вы еще готовы ждать вот этих клятвенных обещаний? У нас уже терпение лопнуло, мы бы сюда не приехали, мы вообще не собирались вот это все делать. У нас нет желания ни с кем не воевать, ничего. Мы просто хотим какие-то решения. Мы обращаемся к Хабирову, как Хуснуллин Марат Шакирзянович говорит, надо, чтобы регионы работали с нами, чтобы они просили нас. Подождите, вот полтора года назад господин Хабиров заявил, что он точно знает, как решить эту проблему. Буквально чуть-чуть надо подождать, и проблема будет решена. Вот к этим словам как относиться? Полтора года прошло. Вы знаете, я очень много ходила по всяким совещаниям. Каждый раз мне говорили, как только будет результаты экспертизы, которые мы там долго добивались через арбитражный суд, тогда, когда уже у нас были результаты, у них было какое-то понятие, что будут они делать. Есть какие-то дома здесь недостроенные в Иглино, хотели их нам их передать. А потом они нас включили в этот фонд. В этом фонде у нас, знаете, была такая радость, что Я очень хорошо помню, что региональные власти взяли и свалили все на фонд. Да, вы все радовались, бегали, кричали «Ура!», но только прошло с тех пор год-полтора, и как-то все не задалось вообще. Софинансирование 12%, как и фонд федеральный говорит. Эти документы все подписаны, деньги готовы, они на счетах лежат. Я думаю, что это так на самом деле. Но вы должны понимать... Фонд федеральный работает только с теми, кто интересен коммерчески, где можно изъять выгоду, и только там они занимаются какой-либо работой. Они создают видимость, мы постоянно с ними на связи, мы каждый день с Москвой разговариваем, они нам говорят, все нормально, они уже не знают, какие документы запрашивать у арбитражного. Какие еще клятвенные обещания вам дать, да? Примерно так. Клятвенное обещание, если хотя бы они скажут, вы прошли опять пленарное заседание, вас документально нам покажут, вас на НАПСовет передали, мы в тот момент можем остановить до, если у нас не будет принято решение, например, в июне, в июле, мы опять возобновляем вот это все. Вы полагаете, что все-таки голодовка каким-то образом достучит вас до властей? Я не уверена в этом, но... Как быть-то нам? Согласен, вариантов нет. Москва в Иглино нас не увидит. Помимо голодовки и вот этих акций, есть какие-то еще планы? У нас есть планы поехать в Москву с Екатериной Черкашиной. У нее 5 детей.
Она приобрела квартиру вот в этом доме в собственность с применением мат-капитала. Они сейчас снимают квартиру здесь в Иглино. Очень тяжело. Екатерина, ребенок сейчас грудной, пятый ребенок. Хорошая семья. Вот сейчас Екатерина с нашей одной дольщицей поедут в Москву и перед домом правительства будут стоять в одиночном пикете. Я желаю вам удачи, Екатерина, и вообще удачи всем дольщикам Иглино, что, может быть, все-таки вас в конце концов услышат. То есть, и я вам все-таки советую, не полагайтесь на клятвенные обещания, а потребуйте какую-нибудь бумагу. Да, мы хотим, чтобы они дали нам официальный какой-то ответ. Именно так. Мы уже научены.